Всем привет! Сегодня мы приготовим простое и вкусное блюдо китайской кухни тинжунгу чао ти данг. Это грибы и ноги, жареные с яйцом, или, попросту говоря, яичница с грибами по-китайски. Для приготовления этого блюда нам понадобится упаковочка грибов и ноги, яйца, зеленый лук, зубчик чеснока, небольшой кусочек имбирного корня, соль, белый молотый перец, устричный соус и немного растительного масла. Готовится такое блюдо очень легко и быстро. Его приготовление начнем с подготовки всех продуктов. Для начала у грибов отрезаем нижнюю часть и теперь грибы хорошенечко промываем. Промытые грибы делим на небольшие кусочки. Тщательно обсушиваем их при помощи бумажных полотенец и разрезаем грибы пополам. Теперь миленько нарезаем лук, отдельно белую часть, отдельно зеленую. Измельчаем имбирь и чеснок. Теперь яйца выбиваем в глубокую тарелочку, добавляем к ним немного соли, немного белого молотого перца и зеленые части лука. Все это хорошенечко перемешиваем. Все продукты подготовили, можно приступать к приготовлению блюда. В воке или в глубокой сковороде разогреваем примерно пару столовых ложек растительного масла до легкого дымка. Когда от вока пойдет легкий дымок, выливаем в вок яйца и, помешивая, жарим яичницу так, чтобы она у нас получилась небольшими кусочками. Когда яичница будет готова, перекладываем ее на тарелочку. В вок наливаем примерно столовую ложку растительного масла. Выкладываем белые части зеленого лука, имбирь и чеснок. Все это немножечко обжариваем до появления чесночного аромата. Как только пойдет чесночный аромат, отправляем в вок грибы, солим их по вкусу, добавляем столовую ложку устричного соуса и, помешивая, жарим грибы примерно 1 минуту. Как только грибы потеряют свой объем, добавляем к ним обжаренные яйца. Все перемешиваем. Выключаем огонь. Блюдо готово. С полужару можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится яичница с грибами и ноги, приготовленные по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!